Мы, граждане бывших республик Советского Союза, жители города Санкт-Петербург, обращаемся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой расследовать обстоятельства ликвидации нашей Родины, Советского Союза. 5 сентября 1991 года принятый закон СССР номер 2392-1 радикально изменил структуру органов власти страны. Без внесения изменений в Конституцию Советского Союза были изменены полномочия, состав и структура Верховного Совета СССР, что противоречило статье 111 Конституции СССР. Данным законом был образован новый, не предусмотренный действующей Конституцией орган государственной власти – Государственный Совет СССР, решения которого должны были носить обязательный характер. Данный орган наделялся самыми обширными полномочиями. Госсовет СССР должен был решать вопросы внутренней и внешней политики страны, осуществлять руководство общесоюзными органами, ведающими вопросами обороны, безопасности, правопорядка и международными делами. Обращаем ваше внимание на то, что столь обширными полномочиями наделялся неконституционный орган. 6 сентября 1991 года на первом заседании Госсовета СССР были приняты постановления о признании независимости трех прибалтийских республик – Латвии, Литвы и Эстонии. Данные постановления приняты с грубейшими нарушениями требований статей Конституции СССР. Был нарушен и закон СССР от 3 апреля 1990 года, номер 1409-1, а именно в прибалтийских республиках референдумы о выходе из состава СССР не проводились. Не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Соответствующие изменения в Конституцию СССР также не были внесены. Незаконное исключение трех республик из состава СССР запустило механизм распада государства. 8 декабря 1991 года было подписано соглашение о создании Содружества независимых государств главами РСФСР, Республики Беларусь и Украины. В соглашении говорилось о прекращении существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности и о создании СНГ. На момент подписания данного соглашения Горбачев являлся президентом СССР, являлся гарантом соблюдения прав и свобод советских граждан, Конституции и законов СССР. Был обязан принимать необходимые меры по охране суверенитета СССР, безопасности и территориальной целостности страны. Последствия, которые наступили в результате нарушения основного закона государства, дают основания полагать, что президент Советского Союза Горбачев действовал в интересах геополитических конкурентов советского государства, что в свою очередь подпадает под пункт А статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР. Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР. Хотелось бы пояснить, что мы выступаем не за восстановление советского государства, мы выступаем за восстановление исторической справедливости, ибо незаконные действия высших должностных лиц повлекли за собой разрушение экономики государства, промышленности, науки, образования, здравоохранения, вооруженные конфликты, в том числе Майдан на Украине и гражданская война в Чечне, ущемление некоторых граждан в правах, к примеру, в Прибалтике, тысячи разрушенных семей, миллионы неродившихся детей, русский народ, оказавшийся самым большим разделенным народом в мире. 71 год назад наши деды отстояли для нас наше великое Отечество. 27 миллионов жизней было отдано за единое и свободное государство. И сегодня мы, их потомки, не имеем морального права позволить кому-либо уничтожать то наследие, что было передано нам нашими великими предками. Мы требуем расследовать обстоятельства уничтожения СССР, дать юридическую оценку событиям тех дней. Требуем привлечь к ответственности нарушителей основного закона государства.
Мы призываем всех, кому не безразлична судьба нашей общей Родины, кто считает себя пострадавшим от ликвидации Союза, поддержать наше обращение в Генеральную прокуратуру. Некоторые преступления не имеют срока давности –